Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Он заметил, что развитию этнографического туризма на Кубани сейчас уделяют много внимания. В регионе уже есть удачные примеры. Это казачья станица Атамань. Ее открыли в 2009 году. Там уже побывали миллионы туристов. Напомню, что о необходимости популяризации этнокультурных брендов на Совете по межнациональным отношениям накануне заявил Владимир Путин.